Всем привет! Привет! Сегодня Катя расскажет о новинках в своей детской библиотеке. Очень нашумевшая модная книжка «Приключения девочки, потерявшей свое имя», мы купили дорожный формат, чтобы с собой в поездку взять, почитать в самолете. Зай! Давай покажем, как мы наклеечки клеить будем. Тут, значит, на каждой странице, где девочка находит букву от своего имени, нужно приклеить страничку. И Катя нам сейчас это покажет. Катя, на. Клей. Молодец. Это буковка К. Первая буква нашего имени. Дальше у нас буковка А. Вот сюда. Буковка А. Правильно, только надо примерять по картинкам. Дальше у нас идет буковка Т. Буковка Т. А буковка Я последняя у нас какая? Собачка. Гав, да. Собачка поможет девочке найти букву своего имени как раз. Да, собачка. Держи, зай. Сюда. Молодец. Последняя буква осталась. Нашлась. Вот здесь буковка нашлась. Держи. Заешь в подушку надо. Вот в подушку. Вот. Да. Разгладь. Вот. Итого у нас получилось еще, то, что. Еще. К. А. Еще. Ты. Я. Катя. И вот девочка свое имя нашла. У нас это имя Катя. Вот тоже наклеечка. Давай, клей. Разглаживай. Катя. А вот и имя. Как же я могла его забыть? Теперь запомню навсегда весь этот путь пройдя. А имя у нее, смотри, совсем как у тебя. Катя. Катя. Катя.